Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами я, Александра Черноусова, и программа «Достоверно». Гостья моей студии – специалист по восточной медицине Владлена Валерьевна Астира. Здравствуйте, Владлена. Вы как специалист по восточной медицине, вот сейчас хотелось бы услышать ваши рекомендации. У вас так полгода вы у нас, да, на Западе, скажем так, и полгода вы на Востоке. Да, то вот именно пребывание в Индии, в Тибете, в Непале и глубокое ознакомление и практика по восточным методам и энергетических, и йоговских, и восточно-тибетская медицина подтверждает мне эффективность подхода и видения восточных традиций. Они работают с причинами, то есть с теми нарушениями циркуляции, взаимодействия токов жизненных сил, которые питают наши органы, собственно, лежат в базисе нашего здоровья. И поэтому их анализы, их предварительные просмотры позволяют более глубоко выявить нарушения. Естественно, хочется сказать не только о самих методах традиционной тибетской медицины, как и о их средствах. И вот становится вопрос, чем и как поддержать защитные иммунные силы организма, но самое главное – восстановить взаимодействие систем. У нас органы не отдельно, они действуют как системы, и поэтому, чтобы не допустить каких-то новых возникновений отклонений, нам необходимо запускать связанные друг с другом системы. Владлена Валерьевна, поэтому у нас есть еще несколько вопросов, которые бы я хотела осветить. Говоря о самом масле, удивительном масле, иногда складывается впечатление, что оно настолько уникальное, да, что это такая панацея от всех заболеваний. Но тем не менее я понимаю, что оно действительно обладает удивительными свойствами, но поддерживать себя надо, помогать себе надо, да, не только на физическом уровне, да, принимая. Но что-то нужно еще для этого делать. Вы, как специалист по восточной медицине, вот сейчас хотелось бы услышать ваши рекомендации. Я надеюсь, тут бури энергии не появится. Вы знаете, некоторый подъем тонуса, оживление, концентрация, вот, причем более ровное, спокойное отношение, вот вроде бы человек чувствует подъем, прилив энергии, но это нет перевозбуждения. И мы будем говорить о том, что как раз акрильное масло и омега-3 морских фосфолипидов, она нормализует возбудимость нервной системы. Поэтому, в принципе, служит хорошим средством, если человек чувствует перевозбуждение, утомление, некоторый износ. И вот отмечается более уравновешенное отношение, более спокойное. Но при этом мы не подавляем себя, у нас нет сонливости и в то же время нет перевозбудимости. Поэтому так хорошо его принимают детки, пожилые люди. Вот как раз если есть неустойчивые такие психоэмоциональные состояния. Да. Могу ли я резюмировать, да. Владлена Валерьевна? То есть это такое расслабленное состояние, но при этом в тонусе, да? Да. Вот что-то такая золотая серединка. А потому что мы будем говорить, что здесь не последнюю роль играют жирные, ненасыщенные жирные кислоты, которые очень полезны для нашего мозга, для его работы, для нервной системы. И в силу этого возникает вот такой интересный лечебный эффект. Прежде всего характеризует комплекс морских фосфолипидов и том, что там присутствуют две особые ненасыщенные жирные кислоты, а также, которые вместе с омега-3 и природным мощным антиоксидантом астаксантином вот представляют собой такой удивительный, очень эффективный, быстро усвояемый как бы комплекс для поддержания нашего организма в здоровом состоянии, в частности его жизненно важных систем и такого органа, как печень, и как желчный, и как работа сердечка, и нервной системы. Поэтому этого мы коснемся немножечко позже. А хотелось бы уточнить некоторые особенности, которые отличают данный продукт от всех аналогов, которые представлены на рынке. Почему полезны эти фосфолипиды, для чего они нам нужны? Мы же с вами прекрасно знаем, что для того, чтобы поддержать здоровье и обогатить наш рацион, мы иногда с вами покупаем красную икру, да, мы хотим купить красную рыбу, допустим, семгу, лососевую, то есть для того, чтобы обогатить рацион определенными необходимыми для здоровья организма ферментами
И в частности задается вопрос, продукты достаточно дорогие, насколько мы можем с вами это часто делать для того, чтобы сохранять вот ту вот норму. Как говорится, будет здоровая печень, будет здоров организм. И вот как раз интересно, что печень, она вырабатывает свои собственные фосфолипиды из тех, что поступили к ней с приемом пищи, потому что именно они участвуют во многих процессах организма, и именно они как бы являются залогом здоровья клеток у каждого организма, не говоря уже, если человек находится в состоянии болезни, какого-то хронического воспаления. Вот. А если мы уточняем действие омега-3, то прежде всего нужно выделить ее противовоспалительное средство. Чем оно ценно? Потому что оно позволяет купировать либо предохранить от воспалительных процессов. И вместе с природным антиоксидантом астаксантином улучшает, как бы мощно усиливает иммунную защиту. Она является, не дает развиться преждевременной гибели клеток, вот так называемый апоптоз, и способствует защите от различных видов излучения. И это нужно учитывать, потому что солнце становится более агрессивным, и мы сейчас наблюдаем различные фоновые излучения, которые повреждают. Экология, безусловно. И касательно этих двух очень интересных кислот, о которых мы чуть выше с вами уточнили, это докозагексаеновая кислота, она необходима для нашего мозга, для развития памяти и в профилактике атеросклероза она участвует и развивает вот ту, как мы говорим, креативность. И в значительной степени, мы не будем уточнять более подробно, но она очень важна для здорового состояния нервной системы. И вторая кислота – это эозапентаеновая. Вот именно она усиливает противовоспалительные свойства омеги. Но чем отличается акрильное масло омега? То, что эти две кислоты здесь представлены в их наибольшей концентрации по сравнению со всеми подобными аналогичными продуктами достаточно известных фирм, потому что мы знаем и комплексы омега-3, омега-3,6 и так далее. В принципе, оно не ново, а именно технологическая составляющая данного продукта, именно особенность сырьевой базы, то есть акриля глубоководного, и возможность вот этой концентрации, то есть биоактивной составляющей данной продукты, наверное, выделяет этот препарат, этот продукт из линейки. Мы говорим, это продукт нового поколения. У нас все развивается, и, наверное, логично предположить, что будут появляться продукты не новые сами по себе, а вот качество и количество, то тогда количество даже небольшой капсулы позволяет получить более мощный эффект на выходе. Оно засертифицировано Минздравом Украины, потому что часто задаются вопросы по сертификации. И после нашей первой передачи было достаточно много звонков, где нас просили уточнить, при каких заболеваниях можно использовать данный продукт. И здесь важно уточнить один очень важный момент. Если это ежедневное употребление в рационе питания, то тогда достаточно 1-2 капсулы, и это будет являться той необходимой защитой против любых хронических воспалений. Это будет мощная профилактика нервных расстройств, это будет поддержание здоровья печени, кровообращения. И что немаловажно, оно не будет давать возможности развиваться так называемым модным синдромом хронической усталости и эмоционального выгорания, что очень актуально на сегодняшний день. С другой стороны, если мы уже наблюдаем какие-то патологии, то есть тяжелые формы, если это аутоиммунные расстройства, то в данном случае прием рекомендован 3-4 капсулы в день. Что делает данный продукт? Он позволяет более эффективно и безопасно применять те лечебные программы, которые назначены врачом, делать их безопасно в какой степени, что все-таки химия
и агрессивные некоторые вещества несут последствия для организма, и нам приходится потом восстанавливать. А действия они исключительно натуральных вот, продуктах, лекарственных средств уже известно во всем мире. Естественно, ко мне можно обратиться, но предварительно я всегда просматриваю, консультирую, вот, уточняю, почему есть своя специфика приема. У нас одна минута до окончания эфира. Контактные телефоны Владлены Валерьевны периодически появляется, возможно, сейчас появится на экране, но я озвучу 063-175-70-82 и 724-67-94.